Художник делает последние штрихи, и вот перед нами портрет самого великого детектива 21 века – Шерлока Холмса, которого в одноименном сериале играет британский актер Бенедикт Камбербэтч. Создатель картины Артем Тарасов признается, что фанатом сериала никогда не был, но, посмотрев, вдохновился, да и творческий конкурс от Почты России пришелся кстати. Сериал достаточно хорош, мне очень понравился, но рисовать как бы именно его, я думаю, вряд ли бы стал. Но на самом деле актер очень хороший, и после просмотра сериала как бы вдохновляет и хочется рисовать. А тут еще и конкурс подвернулся, и почему бы и нет, почему бы не попробовать. В рамках этого всероссийского конкурса лучший эскиз на тему приключений Шерлока Холмса 21 века станет открыткой, которая займет свое место на полках магазинов. Кстати, изобразить на рисунке можно не только самого Шерлока, но и других героев сериала. Например, Джона Ватсона, профессора Мориарти, миссис Хадсон, Ирэн Адлер и других. Артем признает, что очень бы хотел нарисовать главного врага Шерлока Холмса, Мориарти, но по-своему. Я бы нарисовал образ Мориарти и, возможно, даже нарисовать не именно с фильма, да, образ, а именно своего придумать, как я его представляю. Почему бы не попробовать порисовать, и, может быть, даже на какой-то выставке это могло бы появиться. Артема Тарасова тоже можно назвать детективом в мире искусства. Он первым не только в Забайкалье, но и во всей России открыл визуальные эффекты, которые можно создавать с помощью угля и ацетона. Достаточно просто брызнуть им на полотно. Я использую ацетон, для появляются различные эффекты, которые придают работам некую оригинальность. И для угля именно нужен ацетон, то есть он происходит реакция, которая позволяет это делать. Для, допустим, других материалов может подойти и вода, и еще различные химические препараты. Эти приемы Артем, не жалея, показывает своим ученикам из детской школы искусств. Говорит, хотелось бы, чтобы из подопечных выросло как можно больше креативных и готовых к экспериментам художников. Полина Харченко, Евгений Погорелый, ЗапТВ.